Доброго времени суток, дорогие детишки. Ну что, последний эпизод или не последний? Эх, хер его разберет. Посмотрим. Так, очки и колеса. Где? Так, колеса вижу. Ешь их. Схавай их полностью. The prospect of being awake started to seem bearable again. Да, что-то как-то слишком быстро колеса начали работать. Хотя не, нифига не начали. The lights were like needles in my eyes. Почему дверь закрыта? I needed my sunglasses. Офигеть теперь, блин. Ну где мои очки, ёба? А хер его разберет. Так, это они? Да, это они. Шикарно. Сколько надо было выпить-то? И вообще, что с дурацкий? Борща надо кошерного навернуть. А не колесами закидываться, блин. Что это не серьезно? Да, и тут внезапно дверь открылась. Охереть теперь, блин. Вот ты вообще, блин, классный со всех сторон, блин. Офигеть. Мне что-то лень переводить. Да-да-да, про него там шоу сняли, бла-бла-бла-бла-бла, посмотри его, говорит. Фига у тебя там, блин, учитывая, что это... Ну, хорошо, будем считать 2005 год. 27-дюймовый монитор? Неплохо. Ну а чё качество такое хреновое? Пикселей чё-то много. Кстати, забавно, парень, с которого рисовали Алана Вейка, собственно, вот он. Ну да, конечно. Прочитал он ее от корки до корки, блин. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective Alex Casey. Now, there's been a lot of... Где-то я тоже видел, типа, убил главного персонажа, типа, нахера ты его убил, блин? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. Тут я вспоминаю сериал Касл, неожиданно. And it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Now, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. Ну и насколько длинная эта передача? Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Это я, конечно, понимаю, что это телепередача, которую показывают во время игры. Но она настолько, короче, ну, явно срежиссирована, что это писец. Ну, хоть бы как-то попробовали ближе к реальности это, что ли, подогнать, я не знаю. А то уж они слишком по сценарию разговаривают. Вообще нормально, спойлернул всю книгу, что типа главного героя в конце убивает. И типа говорит, иди ее купи теперь, офигеть. I told myself I could live with that.
I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want to ask me something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Где она? Go back to sleep, Alan. Иди ты спи. Опа. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. Это тебе еще скалкой по еблищу не давали, когда ты, короче, такой... Дверь открываешь, такой, ну... На нахер сразу тебе в рыло. Или курица мороженой, так, ша, блин. Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Да. Но не срослось. Давай, говорит, съездим в отпуск. Это будет круто, сказал он. Ага, сейчас. Хер там было, блин. Bright Falls is a present day. Да, я знаю. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. А давайте мы просто на машине туда съездим, короче, без всяких вот там длинных эпизодов. Мне нужно вернуться к озеру, чтобы закончить эту всю херню. И я напишу концовку на моих условиях для моей книги. А последняя страница до сих пор в печатной машинке. Или в пишущей машинке, как это пишется? Как это правильно? Я должен это сначала прочитать, а то, блин, херня, как это происходит. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Ну да, конечно. А нахера? Почему в одно лицо ты должен это сделать? Вот расскажите мне, пожалуйста. Они прекрасно помогали вообще-то вдвоем. Какого хера, блин? И сейчас мне вот с этими табунами уродов со всеми в одно лицо разбираться? Ну это что-то несерьезно вообще. Ну да. It was warm and sunny. I had flicked the switch of the clicker. Had it done this? И опять мы не спали ни хера, зашибись. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. Неужели? I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Подожди, ну ладно, хорошо. Ну хоть на машине доехал, пока день на дворе. Хотя что там ехать, учитывая, что мы пешком периодически, ну, все время ходили. И немножко на вертолете, я думаю, что там ни хера недалеко, блин. То есть можно за час добраться, и еще целый день у тебя впереди. Офигеть, да. А почему мы остановились, а не поехали дальше? Вот бы узнать. Gone mad from grief over Alice's death, like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. Oops. I told myself it didn't really matter. My course was set. А зачем у меня фары включены? А хер его знает. Я не вижу. Ну, работает вроде еще. Я не помню, как их выключить. А, похер, какая разница? Все равно день на дворе. Ну, собственно, да. Ну и далеко мне ехать? И почему нельзя было меня выкинуть сразу там? Ну вот там. На месте. Зачем вот это все? Чтобы что? Или вы мне показываете места, через которые мне надо будет пробежать опять? Я там видел трактор, который можно оживить и, короче, всякие чудеса с ним делать на виражах. А, шикарно, давай заедем в темный туннель. Прекрасная идея, да, конечно. А, еще и вообще не проехать. Супер. Ну и какого? Что у меня из... Ага. Три гранаты дали, вау. Охереть тебе. Ну и зачем такие сложности? Да. Да, внезапно. О, ё. Офигеть. Да ладно, блин, они что, самонаводящиеся, что ли? Да, ты что, попутал? Серьезно, блин, ну как так-то? Вроде уворачиваюсь, А, у меня даже фонарик нормальный, только маленький какой-то. Ну ладно. А, ты уже? Ты уже взял свет?
the fuck? Только что день был на дворе. Да как так-то? И почему фонарь такой унылый? Ну, то есть как бы одновременно и большой, и маленький. Что, конечно, я понимаю, что взаимоисключающие параграфы, ну блин. Да, конечно. Можно поехать? Спасибо. На какой-то херне. Непонятной модели. Ну ладно. Хоть не пешком, блин. Это уже бонус. А как так-то? Почему вдруг темно стало посреди... Давай, до свидания. Посреди дня. Белого дня. Что это за херня там светится? Нахер иди. Да, и они еще кидать там пытаются какую-то херню. И что я здесь забыл? По-моему, это электромобиль, судя по звуку. Есть тоже живой типа человек? Нет? Давай зайдем в дом. Я не знаю зачем, правда, но пофиг, давай зайдем. Может там патронов есть. Немножко. А то у меня 9 штук всего, как-то не камильфо. Ну, 2-3 гранаты, конечно, но все равно. Ну да, конечно, все открыто, естественно. Че за херня, я ничего не понимаю. Да, ну нафиг, не буду я читать всю эту шнягу. Термос, да. В сортире, а, забыли. Какая прелесть. А еще что? Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here in room number two. Этот мудачок ФБРовский здесь типа останавливался. О, шотган, прелестно. И что? Типа, ну и что? Комната номер два, и какая из них? Это что ли? А, патроны. Хер его разберет. Да, похоже, это. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Да, это его комната, я понял. И чё? Оу, два флешбэнга, зашибись. Ну да, окей. Тихо. Пошёл в жопу. Блин, чуть гранату не потратил, неожиданно. Неожиданно для себя. Окей, whatever. Остальные комнаты закрыты или чё? Или там тоже что-нибудь? Ништяк какой-нибудь? Похоже, да. Жаль. А я рассчитывал на какие-нибудь патрончики. Куда мне идти вообще? Я не знаю. Видимо, куда-то в эту сторону. А куда конкретно? То есть, типа, вот туда, да? Окей. Надеюсь, можно будет здесь просто перелезть? Чтобы мне тут кругалями не это... Там же была баррикада, правильно? Я все правильно делаю, что машину бросил. Ну да. Что это там чернеется подозрительно в дальнем углу? Хер его знает. Чё так далеко-то? Это все. Сейчас уроды какие-нибудь выскочат. В количестве 1000 штук. Или трактор оживится. Вот он стоит. Такой явный... О, мудаков я уже вижу. А трактор? Что на этот счет скажет? Ничего? Ха-ха-ха. Сука, я знал. Охеренно, блин. Шикарно, блядь, что я еще могу сказать? Это как так-то? Да, пошёл нахер. Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Где ты там? Да я знаю, что это ты. Пошёл в жопу. Клоуны, блин. Ё-моё, блин, что за херня, блин? Почему, блин, вот трактор, блядь, я сразу начал его херачить. Светом, блин. Ё-моё, блин, какого хера я вот с каким угодно фонарем не успеваю его, блядь, вырубить? Это же бред, блядь, и сивой кобылы, блин. Нахера это сделано таким образом, блядь? Кто-нибудь не может вот объяснить? Я не понимаю, где логика, блядь, нахера это нужно?
Тем более, что от такой здоровенной херни хер увернешься, блядь. Вообще, блядь, тетизм, блин. Сука, задолбали эти предметы. Ты перезаряжать будешь? Нет вообще. Летающий, блядь. Туда-сюда, взад-назад, блин. Да-да-да-да. Пошли вы в жопу, блин. Надоели, блин. Ага. То есть, ну да. Да, вот тут-то я успел неожиданно, конечно. Какая прелесть. Свет возьми. Да, шикарно. А вот тебе не хватило, да. Бля, пошел ты. Что я делаю, твою мать, ты, бля? Все, блядь, кнопки перепутал. Тут, блин, сраный Dark Souls, блин. Вот почему там бить на триггер? На этот, на бампер, ёп. Блин, две гранаты на какую-то херню потратил. Ну что за херня? Все из-за ваших мудацких, блин, катушек сраных, блин. Меня бесят, блин. Да, да, и теперь взамен охеренных гранат мне дадут говна на лопате, типа, блин, странных флееров. Прекрасно. А это что за хер там торчит? Да пошёл ты... Да ё-моё. Где ты там? Что это за... Это олень, что ли, там впереди? Который из парада. Что бы это значило? Окей. Блять, ну спасибо, ёпта! Что за херня происходит? Ну ты еще, блять, рухни туда, дебил! Ну ё-моё, вы чё, блин? Вы вообще в корень попутали или как? Нормально вообще. Оно взяло и ушло туда. Тихо. Шабараны. Только не падай, гандон. Ё-моё. Чего вас так много-то? Ну вы хотя бы быстро это отчпокивайтесь. Только я уже все, блин, батарейки потратил практически. Окей. Не попал. Что это за шняга? Кран, что ли, какой-то? А, это долбанный экскаватор? Спасибо. Почему я так и думал, блин? Какого хера я не могу пройти? Что это вообще? Блять, ну... Это бред же, да пошли... А, не понял. С самого начала пошли вы нахер, блять. Это как вообще так-то? Отсосать вы не хотите, блин? Чё за херня, бля? Да пошёл ты в жопу, блин, я не буду это говно всё... Идите, пень, блядь, я знаю, что там говнище, блядь. Бегом, блядь! Мудак тупой, блядь. Да пошли вы нахер, блядь. Шикарно, да. Охеренно круто, блядь, придумали. Вообще просто охереть, блядь.
Да, откуда эта катушка блядовая взялась вот сзади? Расскажите мне, пожалуйста, бля. Да, шикарно, бля. Пошел в жопу, бля. Или как эта штука называется? Вот так, вот это. Я не знаю. Ну, катушка же, ну. Хоть и большая, блин. Нет, жопа, блин. Ну, нахер. Да пошли не пиз... А, ну, спасибо большое, да. В общем, да. На сегодня все. Ставьте лайк эти видео. Оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложения. Наша секция для комментов внизу. Мудаков этих я вот так вот вертел на одном красивом, интересном месте, блин. Интимного характера с такими, блин, мостами, блин. Три раза еще вне камеры. Вниз, блин, туда, блин. Столкнули меня сраной бочкой или холодильником, блин. Просто чпок по рылу, блин, и давай туда в воду, блин, ушел, блин. Охереть вообще классно, блин. Дизайн, ёпта. Ах, ладно, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.